Всем привет, вы на канале Гитара с нуля. И вы, конечно же, видели прошлый наш ролик из Египта, где я пробовал с помощью гитары зарабатывать разные вещи. Мне надарили много всего. Дорогущий чемодан, моя жена поплавала с дельфином. Ты мне вот это даешь? Вот это да! Сами вы видели щедрость египтян. На этом фоне у меня возникла идея. А может быть попробовать у нас на рынке в России, зная наш менталитет, подходить к людям и говорить, у меня нет денег, но есть гитара. Чего со мной играешься, говорю? Я с тобой не играю, пожалуйста. Я говорю, убери, не надо снимать. В этом ролике вас ждет крутая музыка, много крутых реакций. Ну и попробуем уйти домой хотя бы с чем-то. Зная наш менталитет, мне кажется, я уйду домой с тем, с чем я пришел. Достаточно. Да. Почему достаточно? Но, может быть, будет все и не так. Погнали. Здрасте. А что вы продаете? Перчатки? Что снимаем? Ты как что снимаем? Вообще охрана позови, охрана! Почему? Давай уходи. Почему? Нет. Мы клоун что ли? Почему клоун? Это возьмет и знаешь куда засунут? Куда засунут? Он тебя скажет, давай. Никуда не засунут, что нормально подошел с игры? В жопу засунут. Слушай, вот так вот у нас и снимай. Вот тебе и разница между Египтом. Здрасте, вы часы продаете? Да. А что почем? Разные ценники. Зайди, посмотри, какие интересные. У меня есть прикол. У меня нет денег, но есть песня. Давай я тебе пою, ты мне часы. Только это, меня не снимай. Ну как, почему? А какой песню будешь петь? Ну как, какую-нибудь песню спою. Какой-нибудь зажигательный. Зажигательный, да? Тоже можно. Чтоб танцевать, да? Такой, знаешь, не поп-музык, не классика, какой-нибудь джаз-музык. Чтобы... Джаз, я не знаю, рок я знаю. Рок, все, поехали так, да, сейчас. Давай, да? Да, все. Давай. Договор дороже денег. Все, договор дороже денег. То есть, если у меня сейчас получается, классно, ты мне даришь часы, да? Ну, это мой проблема, какой часы буду давать. Хорошо, конечно, да. Давай, все. Давай. Готов? Сколько лет прошло, все о том же. Гудят провода, все того же. Ждут самолеты. Девочка с глазами самого. А, подожди, тормози. Куда нашли его? Ну, голос вообще нету, честно, без обиды. Теперь гитару мне дай. Не, ну ты мне часы подари какие-нибудь. Голос смотри. Голос должен быть эхо. Я сам аранжировщик, честно. А, ты музыкант? Конечно. Блин, подожди. Ну, давай другую. Давай какую-нибудь другую. Мы не знали друг друга до этого лета, мы болтались по свету, земле и воде, и совершенно случайно. Вот. Учиться надо, чтобы певец не стал, честно. Блин, дай, подожди, у меня вот. Ну, то есть за это ты вообще ничего не получится. Ох, и голоса нету у тебя, куда тебе дари? Ну, хоть что-нибудь подари за. Кайф не брали еще, чтобы от души. Давай другую попробуем. Может быть, вот с этой штукой получится. Ну, подожди. О, видишь? О-о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 -
чуть поела, да скатилась по зале убитых песен. Да мне нечего терять, мир так тесен. Дай-ка, брат, тебя обнять. Молодец, на самом деле, теперь слово дороже денег. Что, реально подали часы? Реально. А я же мужик, слово дал, что, жалко что ли? Да ладно. Честно, и тоже сними. Давай. Какое тебе нравится? Жене какие-нибудь давай тогда подарю. Давай.
Или дочки. Красивый женский, да? В Инстаграме, но я в Ютубе. Да, держи. Опа! В канале что написано? Как написано? Гитара с нуля называется канал. Гитара с нуля? Да. Спасибо. Слушай, я думал, у нас в России не получится так снимать. Я не знаю, друг, у меня слово. Ну я серьезно забираю. Бери от души. Спасибо. О, кстати, новогодние носки. Скоро же Новый год. Надо подумать о новогодних подарках. У меня кое-что для вас есть. Давайте покажу. Приятно порекомендовать то, чем увлекаешься сам. Это деревянный конструктор U-Gears. Смотрите, дети. Ух ты. Сейчас будем собирать. Тут находятся вот такие вот пластины с вырезанными лазером деталями. Вот тут есть схема, по которой можно все собрать. Ой, как пахнет. Танюхай, классно? Запах дерева офигенно, да? Очень приятно пахнет, и все это собирается вообще без клея. Представляете? Вот эту детальку доставай пока. Так, давай. Вот так оно все плотно по схеме, видишь? Лёк, давай зачистку. Пап, да я. Да, вот сюда продевай. Угу. Так, смотрим дальше. Вот посмотрите, мы собрали полуавтоматический пистолет. А ну покажи, как стреляет. Опа, стреляет резинками. Тут достается обойма. Короче, круто, тебе нравится, Лёх? Машину, кабриолет. Тут все детали двигаются, сиденья раскладываются. Смотрите, руль поворачивает колеса, открываются все двери. И она еще заводится. Если ее оттащить назад и бросить, то она еще поедет. Прикольно, что модели не просто поставил и забыл, а еще с ними можно играться. Вон как увлеченно Леха играет. Сейф. Посмотрите, механизм реально, который запирается, и его может открыть только тот, кто знает код. Можно использовать как копилку или шкатулочку, да? Дети, вам понравилось собирать конструктор? Да. Мы с Сашей тоже очень довольны подарком, да. А на сайте U-Gears больше 80 моделей таких. Пожалуйста, проходите по ссылочке, там сейчас большие скидки на все эти модели. Посмотрите, что понравится вам или что бы вы взяли в подарок кому-то. Скоро Новый год. У официалов ugears-russia.ru проходите. По промокоду со скидочкой покупайте эти офигенные новогодние игрушки. Давай сюда. Заходите. Заходите. 70% скидка. Скидка 70% музыкантам. А давай я тебе просто спою песню так, что ты мне отдашь кроссовки. Что он снимает? Да? Ну подожди. Да подожди. Стой ты. Что страшного? Мы с тобой разговариваем, и ты ж ничего такого не делаешь. Вот, здрасте. А что вы продаете? А мы обувь. Обувь, да? А давайте я вам так сыграю, что... Не-не-не. Ты ёма. Мужская кожа на обувь, ребятушки, заходим. Заходите, пожалуйста, ребят. А, подождите, можно здесь? Можно, можно. А, смотрите, да, ноги замерзли. Да. Замерзли. Нужно какие-то ботиночки. Есть одна... Есть одна... Все нормально, все нормально. Мы снимаем видео. Мы не надо меня говорить. Тебя не снимают, отходи. Я разговариваю с ней. Я говорю, не надо здесь, или не слышишь. Я понимаю. Говорим, не надо, или тебе недостаточно. Да хочешь, я это сейчас сломаю. Ты это не сломаешь, во-первых. Во-вторых, я могу сломать. Не надо это. Говорю, не надо, иди дальше. Подожди 5 секунд. Ну отойди в сторону, мы с девушкой говорим. Отойди, да, блин, что со мной играешься, говорю. Я с тобой не играю, пожалуйста. Я говорю, убери, не надо снимать. Яша, ну чего ты, успокойся. Да, я с тобой, я тебя и не снимаю, отойди. Ебануть, как бы я по-человечески говорю, нахуй меня надо говорить. Отойди в сторону и все. Яш, пожалуйста, можно? Все, ты просто в сторону отойди. Послушай. Вот нас... Вот. Все, мы вас не... Мы вас не снимаем. Мы вас не... Мы вас не снимаем. Спокойно, вас не снимаем. Снимай сюда. Все, ну просто чуть-чуть на шаг отойди, я с ней поговорю и все. Так охрана вот. Все не... Да я ботинки, может, покупаю. Отойдите отсюда-ка! Чё вы ругаетесь? Ну вы поняли, если вы по-нормальному... А что я вам делаю? Вас не снимают, вы на другой стороне вообще стоите. Смотрите. Прикольно. Короче, смотри, у меня есть одна проблема. Мне нужны ботинки, но у меня нет денег.
Ну хорошо, давай, что будем делать? Что будем делать? Ботинки я тебе подарить не могу. Нет, я тебе хочу так... Ботинки надо купить. Я так хочу спеть песни, чтобы ты мне их... Ну это не знаю, тебе надо так спеть, чтобы подарить ботинки, да не знаю. Ну я классно пою. Ну я не знаю, не уверена. Давай попробую. Давай, давай, ничего тебе не обещаю, никаких подарков. Так, ладно. Давай. Песня для девушки как раз, восьмиклассница. Знаешь? Давай. Конечно знаю. Пустынной улицей вдвоем с тобой куда-то мы идем. Подожди, не годится. Это с таким голосом. Не-не-не, подожди, не нравится. Ну, давай, если давай другая, может, песня как-то получше получится. Ну что, я. Ну блин, ну хотя бы на сандали на какие-нибудь не на их. На сандалики, ну, заслужил. Тебе ботинки нужны, надо немножко получше спеть. Блин. Давай следующую. Ладно. Если постараешься. Ладно, давай попробуем. Давай. Уже интересно. Когда зимой холодною в крещенские морозы щебечет песню соловей и распускаются мимозы, когда взлетает к небесам и там Париж пугая звезды, а надо нам твоим собьют какие-нибудь птицы гнезда. Знай, это любовь, с ней рядом Амур крыльями машет. Знай, это любовь, сердце не прячь, Амур не промажет. А-на-на, на-на-на, на. И она даже заулыбалась, а? Как кричала на меня вначале. И он заулыбался. Все. Ну что? Ну что? Уже сомнений никаких у меня не осталось. Ну, ботиночки. Пошли. Ты знаешь, как бы с таким голосом, я не знаю, тебе надо за границей выступать. А я и выступаю. Тебе надо на сцене не слазить сцены. Давай попробуй еще. Я понимаю, что давай, ботин... Ты знаешь, как бы я тебе как бы холодный могу подарить, а спой так, чтобы на зимние. На зимние. Давай, давай, торгуемся. Торгуемся. Люблю, когда торгуются. Давай, давай попробуем так. Давай. Если споешь хорошо, зимние проблемы. Давай попробуем. Давай. Все. У ночного огня под холодной луной темный лес укрывал нас зеленой листвой. Я тебя целовал у ночного огня, я тебе подарил половинку себя. Погоди, даже не... Любые ботинки выбирай. О, блин, ну реально что-нибудь тепленькое подарю. Пошли, снимаем, снимаем. Ну нормально, дай пять. Ну видишь, да заулыбался, добрый человек оказывается. Это ничем не сравнимо, серьезно. Молодец. Давай. Пожалуйста, любые выбирай. Не, прям любые. Любые, какие хочешь. Я же не зря как бы, да, говорю, давай, если споешь, реально, если споешь хорошо, любые, отвечаю. Я 40... хоть не мужик, как бы, мужик сказал, мужик сделал, но я с этой серии. Я тебе сказала, хорошо споешь, любые. 43-й размер, давай. Какой размер? 43? Да. Ботинки крутяк. Но с ништяк? Таким голосом еще не такие надо ботиночки, конечно. Ребята, я в шоке, я в восторге, честно, браво. Ну класс! Конечно, вообще супер! Класс! Дарю! По рукам? Давай по рукам. Как тебя зовут? Лиля. Лиля, Лиля, скажи магазин свой какой-то, давай, пусть приходит. Самый лучший магазин на рынке Садовод, 11-я линия, 69-й павильон. Вот, приходите, человек реально, хотя вначале чуть не подрались тут. Вначале, конечно, чуть не подрались, люди сами знаете, какие, да. Поэтому жизнь какая, ну, человек определенный, сами знаете, подарков не бывает в жизни, да. Поэтому просто как бы реально с таким голосом у меня душа и сердце растаяло. Ничего, на других заработаю, тебе подарок. Давай. За твой голос, за твой талант. Спасибо.
Маленькая поправочка. Мы еще раз включились. Вот. Мы решили не такие, как я мерил, а то скажете потом в конце видео. А вот такие я решил взять. Они просто мне под стиль. Такие же можно? Да, конечно, проблем нет. Все, вот такие, ребят, берем. Блин, после такого начала предыдущей реакции, когда он кидался. Тебя не снимают, ё-моё, ты в расфокусе, меня снимают. Вот видите, что происходит? Я же говорю, после начала предыдущей реакции мне теперь страшно тут снимать. Они вон говорят, зачем снимаешь? Ну ладно, думаю, будет все нормально. А что ты продаешь? Рубашки? Да. Слушай, давай я так спою, что ты мне рубашку подаришь. У меня нет денег. У меня есть гитара. Я понял. Если я пою хорошо, то ты мне рубашку. Если не нравится, говоришь, да не, ничего не дам, и все. Проблем нету, это без проблем. Давай? Давай. Давай. Спой, ничего, один рубашка, ничего. Ничего не... рубашка, да. Там, да, но я, но нет, я нет. Профессионал. Давай. Я знаю, ты далеко, между нами города, города. Мы с тобою навсегда, навсегда. Ты единственная любовь моя, я знаю, ты далеко, между нами города, города. Я знаю, мы навсегда, ты единственная любовь моя. Но. Если нормально, я подарок сделаю, если нет, ничего. Ну, а тебе понравилось сейчас? Сейчас нет. Не понравилось? Нет. Ну, блин. Слова я считаю, что даю. А если ты хочешь... А то сейчас плохо спел, да, по-твоему? Ну да, конечно. Музыка другой, слова другой. Никак-то. Нехорошо. Не, ну, блин, ну холодно, мне рубашка нужна. Я же уже спел. Следующий раз. Следующий раз? Нормально будешь петь, тогда да. Да? Да. Давай другую попробуем. Давай. Или... Если нормально, я подарок сделаю. Если нет, пожалуйста. Хорошо, давай попробуем другую. Сейчас холодно? Тебе холодно? Ну, чуть-чуть, да. Чуть-чуть, да? Да, есть такая песня «Метель». Вот я тоже подзамерз, давай попробуем «Метель». О, просто эту штуку убрал. А ну подожди. Сыграй, как можешь, сыграй. Закрой глаза и вернись. Не пропади, но растай. До колье поклонись. Мое окно отогрей, пусти по полю весной. Не доживи, но созрей, и будешь вечно со мной. Ты будешь вечно со мной, и будешь вечно со мной. Вот так, да? Да ну да. Давай рубашку тогда. Да. Что, серьезно подаришь? Да, конечно. Все нормально. Окей. Сколько она стоит? Стоит она бесплатно. За хорошую песню стоит бесплатно. Если плохой был бы, я не дал. Блин. Ну спасибо, слушай. Давай, вот. Давай. Ну это вообще... Удачи. Ладно, спасибо. Ну и... Все у нас просто красота. Наверное, надо потом все это на себя надеть, что я заработаю, и предстать перед вами в супер виде. Супер модный чувак с рынка. Ребятки, а сейчас вас ждет вообще самая бомбовая реакция. Давайте поставим лайк. И помните, все самые крутые реакции в конце видео досматриваем до конца. Лайк, лайк, ребят, пошли. А что продаете? Зимние и осенние костюмы. Один... Зимние и осенние костюмы, да? Долья воровская один костюм. Только у меня нет денег. Дай денег. Мне, не дай денег, да. Вот говорит, нет денег, дай денег. Нет, но у меня есть песня. У меня принцип такой, что я пою, если тебе нравится, ты мне что-нибудь даешь. Если не нравится, говоришь, ну все. По привету, да? Да, по привету. Так я буду заказывать туда. Кто платит, тот и заказывает, правильно? Ну я просто не знаю все песни. Ну давай. Давай, да? Давай. Хорошо. Сейчас. Какой шансон какой-то? Шансон? Да, или шансон там, или круга, что-нибудь там. Шансон или круг, да? Ну, давай. Да. Весна опять пришла, и лучики тепла. Доверчиво глядят
мое окно опять защемит грусть. Что такое? Все, спасибо, хватит. Что, нормально, да? Достаточно. Да. Почему достаточно? Ну подожди, давай другую, брат, подожди. Брат, подожди, ну подожди. Ладно, одну другую, одну. Позови, пожалуйста, сейчас скажи одну другую. Классно получается. Ну что ты будешь делать? Давай другую попробуем. Давай, может быть, просто это. А ну, давай. Начинай. Давай. Юля, давай. Видишь, получается, когда? Да, вообще, четко. Дайте мне белые крылья, я утопаю в омуте. Через тернии провода в небо только мне мучиться. Ручкой маленькой я вернусь, и над твоим крохотным домиком разрыдаюсь косым дождем. Знаешь, я так соскучился. Знаешь, я так соскучился. Знаешь. 5 баллов? Ну, что-нибудь хотя бы. Ну, наиграл на что-то. Ну, ну что? Пустой, что барабан. Я был только... Не, мне вещи надо, деньги не надо, да. Ну, вещи, да, вещи, да. Давай штаны. Давай. Вот. Не, ну нормально. Пакетик тебе, да? Давай. А, не надо пакетик. Так, положим, у нас есть даже пакетик. Ладно, как зовут? Слушай, Володя. Володя, я Роман. Как зовут? Слушай, ну круто вообще. Спасибо, ребят. Все. Классная реакция. На самом деле весело. Вообще, блин, пацаны крутые. Так вы торгуете? Конечно. Ну давайте. Что давать? Давайте я вам спою так, что вы мне что-нибудь подарите. Это неравносильный бартер. Почему? Так, может быть, я так спою, что вы скажете, это забирай вон кроссовки. Слушайте, если бы те, которые стоят на Арбате, они бы миллиардерами уже были. Чего ты кричишь? Почему идти отсюда? Ля, не дает сегодня все. Ну ладно, не получилось. Давайте 5. Не получилось вас удивить. Ладно. Пока тебе в одно место не засунут, убери лучше. Не засунут, не переживай. А чем продаете? Что продаете? Костюмы продаем. Костюмы, шарфики, да? Да. Прикольно. Давайте так, у меня нет денег. У меня нет денег, но я так спою, что вы мне что-нибудь подарите. А не понравится, скажете. Хорошо, согласен. Если есть в кармане пачка сигарет, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. И билет на самолет серебристым крылом, что, взлетая, оставляет земле лишь тень. Вот вы поете, и лицо такое делает, вот, что не хочется слушать. Вот хотя бы на шарф я наиграл? Нет. Нет? Почему? Нет. Ну блин, ну я же старался. Я вас с Виктор Цоем, конечно. По сравнению с Виктор Цоем нет? Конечно. Дайте я другую попробую. Да, ладно, сейчас попробую другую. Виктор Цой. Хорошо, хорошо, попробую я другую. У него есть такая песня «Без слов». Слышал? Песня без слов, ночь без сна, все свое время, зима и весна. Каждой звезде свой небо кусок, каждому морю дождя глоток. Каждому яблоку место упасть, каждому вору возможность украсть. Каждой собаке полту и кости, каждому волку в зубы злость. Снова за окнами белый день, день вызывает меня на бой. Я чувствую, закрывая глаза, весь мир идет на меня войной. Вот это хорошо.
Вот это шарф можно. Вот это шарф можно будет? Вот это заслужил? Не, серьезно, да? Да, да. То есть даришь, да? Да, да. Все, то холодно. Спасибо. Вот это да. Спасибо. Еще одну? А давай еще одну. Ему нравится Цой. Я обожаю тоже Цоя. Давайте какую песню Цоя? Любую знаю Цоя. Допустим, дальше действовать будем мы. Слышал? Мы хотим видеть дальше, чем окна дома напротив. Мы хотим жить, мы живучи, как кошки. И вот мы пришли заявить о своих правах. Да, слышишь, шелест плащей, это мы. Дальше действовать будем мы. Дальше действовать будем мы. Дальше действовать будем мы. Опа! Ладно. На самом деле, знаете, даже вот сейчас было очень приятно и тепло вас развлечь. У меня в свое время родители очень много торговали на рынке. Я знаю, какая это тяжелая, ужасная, холодная работа. Поэтому приятно было согреть, немножко согреть ваши сердца было приятно, поэтому спасибо. Хоп, я уже дома, как вам лук? Есть в чем выступать на корпоративах и ехать в Мексику? Ботиночки, ребят, рубашечка, штанишки, шарфик, часики, конечно, и носочки, ребят. Но эту реакцию я выложу в свой инстаграм. Сейчас попробую быстренько смонтировать, чтобы вы ее увидели. Она не вошла в ролик, так как слишком длинный получался. Ну круто! Давайте с вами соберем 50 тысяч лайков, и тогда я сейчас пройдусь по рынку и поиграю для всей этой аудитории. И следующий выпуск ждите уже из Мексики. Буду стараться заработать деньги в опасных фавелах. Либо заработаю, либо получу пулю в лоб. Надеюсь, первое. Поддерживайте меня лайков, 50 тысяч лайков, и я поехал в Мексику. И поперли музыку. И тоска за рулем, ни к чему тормоза. Их придумали трусы, которые за не умирай, мой потолок отправляется в небо, 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 небо. Спасибо!